Друзья мои, всем огромнейший-преогромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я получила свой заказ. Как всегда, не очередной, не долгожданный, но заказ с первого каталога компании Faberlic. Вот такой был каталог. Как всегда, много всего интересного и, как всегда, много всего полезного. Давайте будем смотреть мой заказ, с которым я, конечно же, хочу поделиться. И первое, что в моем заказе, это Гринли, полюбившийся мне с недавних пор. Биогель для мытья посуды, для жесткой воды. Это натуральный цитрусовый микс. В них 500, в этих биогелях 500 миллилитров. Но, вы знаете, друзья мои, либо я много лью, да, он действительно густой, он действительно концентрированный, но и заканчивается он также быстро, да, как обычный. Цена довольно-таки, ну, не бюджетная, 114 рублей, да, и, в общем, не знаю, думаю, стоит ли платить больше. Артикул 10 893, и вот думаю, стоит ли вообще платить больше. Как вы считаете, друзья мои, стоит ли это или нет? Так, сейчас секундочку, устанавливала что-то, и то, и все выглядывает. В общем, 114 рублей вот такой вот биогель. Не знаю, друзья мои, есть ли смысл вообще, как бы, ну вот, покупать. Но еще маленько сейчас посмотрю. В принципе, и по запаху, да, нравится, но посмотрю, как будет дальше. Заказала вот такую новинку для себя, конечно же, новинку. Это биокондиционер для белья, значит, для натуральных и спортивных тканей. Так. А что это? Только заметила, представляете? У меня, как всегда, все в первый раз. Значит, биоформула восстановления на 30 стирок. Ну, в принципе, эти кондиционеры все на 30 стирок. Натуральный цветочный микс. Да, действительно, здесь пахнет такими еле-еле уловимыми цветочками. 143 рубля мне он обошелся по цене консультанта для жесткой воды. Здесь также 500 миллилитров и артикул 10 895. Вот такой биокондиционер. Будем пользоваться. Но, в принципе, вы знаете, я посмотрела, он белоснежный, он густой. Да, они, в принципе, все белоснежные кондиционеры компании Faberlic. Вот, и мне, я совсем-совсем маленечко добавляю. И мне, в принципе, этих кондиционеров, ну, мне кажется, даже и на большее количество стирок. Следующий биокондиционер для белья, также натуральные спортивные ткани для жесткой воды, биоформула на 30 стирок, здесь восточный микс, но здесь уже более такой выраженный, более такой бьющий именно в нос аромат. Также это все белоснежное, 500 миллилитров, ну вот, буду 143 рубля. Буду смотреть 10 896 артикул, буду смотреть, и потеряла, буду смотреть и, конечно же, делиться, стоит ли или не стоит брать эти средства. Следующее, это, конечно же, женские штучки, вот такие вот гигиенические прокладки. Ой, извините, с анионовым чипом дневные. Значит, артикул за 119 рублей. Причем в этом каталоге
Они стоят сейчас больше, друзья мои. И в этом каталоге как бы опять вернули ту первоначальную скидку 119 рублей. И в моей, ну, здесь будет лежать, да, не буду, не хочется мне на общее, всеобщее обозрение выставлять. В общем, три штучки в моем заказе. Также, друзья мои, в моем заказе травяные сборы я заказала. И первый травяной сбор – это для женского здоровья 100% натуральный. Я такой пью сейчас, и мне очень даже нравится. То есть здесь ничего не химозное, да, ничего, никакой горечи, 100% натуральные травы, контроль технологии выращивания. И травы такие, как пастушья сумка, лист березы, трава эрвы шерстистая, трава горца птичьего, трава мяты, трава чабреца, плоды фенхеля и корень солодки 31,5 грамма. Артикул 15,3 шестерки. И по цене эти травяные сборы у нас за 159 рублей. Вот один травяной сбор. И второй травяной сбор — это сбор кардио. Тоже хочу попить. Я заказала для себя. И здесь у нас трава мяты, тысячелистника, плоды боярышника, трава амялы, иван-чай, кипрей, трава доника и трава пустырника. Ну, в общем, все травы, как я понимаю, успокаивающие. Артикул 15, 664, 159 рублей. Травушки, вот такие вот травушки, которые мне хочется попить. Следующее — это ополаскиватель для полости рта. Первый раз заказала Эксперт Фарма. Содержит экстракты трав и растительные аминокислоты. Друзья мои, если кто пользовался, да, и кому нравится такой ополаскиватель для полости рта, пожалуйста, отпишитесь. Значит, это комплексное очищение зубов и десен, профилактика воспаления полости рта, длительная свежесть дыхания. Здесь у нас 250 миллилитров, такой вот темный, ну, хочу, ой, как прямо свежестью какой пахнет. Открыла уже. Открыла, потому что он пойдет у меня в использование в скором времени. Эффективно подобранные компоненты работают против пожелтения или окрашивания зубной эмали. Снимают налет зубов и языка, придают длительную свежесть дыхания. Значит, и здесь в составе экстракт коры гамомелиса, дубовых галов и растительные аминокислоты. Артикул 1637. И ополаскиватель мне обошелся за 159 рублей. Тоже была довольно-таки хорошая скидка. Следующие, друзья мои, это влажные салфетки для интимной гигиены. Вот такие вот Эксперт Фарма. Здесь у нас их в упаковочке гипоаллергенные. В упаковочке их у нас 15 штук, по-моему, 15. Да, 15, артикул 2067. И эти влажные салфетки за 55 рублей. Тоже была скидочка. Вот захотелось мне, ну, вот такой вот, это довольно-таки, ну, бюджетненький, да, сумочный вариант. Следующее, я заказала новинку. Смотрите, новиночку каталога. Нуки, зубная паста. И эта зубная паста у нас дыня и мята. Давайте посмотрим. Артикул 2496. Еще, наверное, что-то такое будет. Угу.
Ой, как дыней прямо попробовала. Как дыней-то прямо пахнет. Смотрите, друзья мои, зубная паста это гелевая. Ой, ну интересно. Прямо. Так, закроем. Так, и зубная паста здоровья десен мне обошлась за 100... Так, нет, 119 рублей в каталоге. 95 рублей. 75 миллилитров. Артикул 24,96. Дыня и мята не только изумительно вкусно, но еще и полезно. Зубная паста с сочным вкусом дыни эффективно очищает зубы, содержит компоненты, успокаивающие десен. Успокаивающие десны, экстракт дыни, мощный природный антиоксидант, эфирное масло мяты эффективно освежает полость рта. Алоэ вера и аллантоин успокаивает десны, укрепляет их и препятствует кровоточивости. Будем, конечно, здесь 75, ну, в основном пасты орифлеймовские по 75 миллилитров, да, классический, довольно-таки классический вариант. Вот. Зубные пасты. Ну, попробуем. Эту как бы хочется мне, да, попробовать и поделиться, конечно же, с вами новиночками. Вот такими вот новиночками. 95 рублей уже сказала про это. Вы знаете, друзья мои, гонялась вот за таким крем-мылом, восстанавливающим это райские моменты. Не было все его в наличии с медом и молочными протеинами за 79 рублей. Думала, что вот как ошиблась, да, в очередной раз. Я думала, как в Oriflame будет пахнуть медом. Невероятно. 25,81 артикул. Но, в общем, мыло и мыло. Жидкое и жидкое. Да, оно вот такое вот. Белоснежная, ну, как обычно, да, серия Ля Крем. В общем, хотелось все-таки, ну, что ты хочешь, да, ты опять покупаешься, можете написать, да, покупаешься на ароматы какие-то, да, но вот, ну, хочется все-таки, чтобы вот, если заявлен мед, да, и хочется, чтобы все-таки в продукте звучал мед, но этого не происходит. Купила вот такие вот очередная своя покупочка с Faberlic Home. Концентрированный стиральный порошок универсальный. Формула против пятен. Отстирывает белые цветные ткани. Не вызывает аллергии. 800 грамм. Этот порошок чуть подорожал. Да, но все равно скидка есть за 263 рубля. Я каждый раз говорю, и в покупках, и в пустых баночках мне этот порошок безумно даже нравится. Также порошок универсальный, там была горная свежесть, здесь альпийские луга, 800 грамм, также 263 рубля. Вот такие вот замечательные порошочки. Также в моем заказике каталог за 20 рублей. Это новый каталог, который начнет действовать с 1 февраля по 21 февраля. Также много всего интересного буду смотреть. И заказик, если делать, то, конечно же, делиться с вами. Пакет за 1 рубль, доставка. И самое, конечно же, вкусненькое, это оставила я напоследок, впрочем, как всегда, это Нечаев Family Club. Вот такие полезные продукты. Конечно же, вот такой вот шоколад молочный на меду кокосом и, ну, не 100% натуральный. Здесь 70 грамм
по цене 199 рублей. Он единственный, друзья мои, за 199 рублей. 12 месяцев срок годности, до 10.11.21 года. В принципе, по сроку годности более чем нормально. Содержит в своем составе кокос. Это много белка и полезных жиров, которые повышают иммунитет, дают заряд энергии. Плоды нони, которые богаты антиоксидантами, которые помогают сохранить здоровье, молодость и красоту. Ничем, вот такая вот плиточка. Вот он, кокосик. В общем, вкуснятина. Вкуснятина я уже брала. Кто следит за моими заказами Фаберлик, конечно же, видели в моем заказике уже шоколад. И следующий шоколад за 159 рублей. Все плиточки, которые буду показывать, чтобы мне не повторяться. Так, и артикул, так, вот этого, который я показывала. Друзья мои, не вижу артикул. Извините, но артикул не вижу. В общем, за вот такими шоколадками я, конечно же, гонялась, и наконец-то я их дождалась. Нечаев Фэмили Клуб, 5 суперфудов, нони, спирулина, имбирь, кэроп, мускатный орех. Это темный шоколад без сахара с имбирем, 15 килокалорий в одном кусочке. Посмотрите, какой. Так, здесь уже вижу артикул 16.024 до ноября 2021 года. По сроку нормально. Думаю, что это все мы съедим довольно-таки быстренько, конечно же. Следующий тоже вот такой вот супер красивенький, супер отличный шоколад. 5 суперфудов. Мака, гуарана, годжи, лен, белые семена чиа. Это темный шоколад без сахара, с апельсином и какао-бобами. 15 килокалорий в кусочке. Ну, отлично. Даже держать здесь 80 грамм у нас. Артикул 16.023. И по сроку годности до сентября 2021 года. Супер. Супер. Более чем отлично. Следующий шоколад. Ой, какой красивый. Здесь даже вот они сами можем прямо увидеть, я и ощутить кусочки манго. Также 5 суперфудов. Мескит, каму-каму, лукума, нони, фиолетовая кукуруза. Молочный шоколад без сахара с манго. 15 килокалорий в одном кусочке. Так, здесь уже у нас до августа 2021 года 16.020 артикул. Так, и в составе действительно нет сахара. Те, кто следят за своей фигурой, но и не только следят за своей фигурой, а вообще кто поддерживает здоровый образ жизни, я, друзья мои, вот этот шоколад, конечно же, вам рекомендую. Очень вкусно, очень полезно. Следующий Нечаев Фэмили Клуб. Шоколад темный без сахара. 5 суперфудов с вишней и кэшью. 15 килокалорий в одном кусочке. Содержит асаи, имбирь, мескит, мака, хуанар, нарпо мачо. Что это такое? Хуанар по мачо. Давайте прочитаем. Это перуанский афродизиак. Корень обладает противовоспалительным действием, поддерживает молодость и упругость кожи. Ой, ну вообще замечательно. 16.021 до сентября 2021 года. И этот весь замечательный, отличный, полезный и ничего, собственно, лишнего, да, в заказе мне обошелся на 3094 рубля по ценам консультанта. Маленечко чуть пододвинемся. Ну вот, друзья мои, и весь мой заказик
на сегодняшний день, вечер среды. А вам я, как всегда, хочу пожелать, конечно же, отличнейшего настроения сегодня, завтра и всегда. Продолжение следует. Также я буду делиться с вами своим хорошим настроением и тем, что у меня происходит. Всем до новых скорых встреч!